Прием, прием. Здорово всем. С вами Хилхёртс. Игра называется Ада. Вот так и называется, серьезно. Абсолютно никаких настроек нет. Очень приятная музыка нас встречает. В принципе, нам это нравится. Давайте попробуем начать. И это максимально пиксельно. Короче, мне тут Гаватари насоветовал игр. Такой перекат гузный прям. Вот, я их скачал. И, по-моему, вот эта какая-то из этих демок 47 гигабайт весил. Скорее всего, это какая-то ошибка. Очень необычный эффект. Ладно, короче, давайте пробовать. У костра сидеть нельзя, от костра урона нет. Bird seller, продавщица. Птица получается, да? Да, говорит. Я, говорит, о чем говорила? Fresh birds. Думаю, нам это не так важно. На коняхе нельзя, на коняхе нельзя. В Death Gambit можно было. Пузатый или нет? Просто многоуважаемый человек стоит. Давайте попробуем разобраться с ним. Crystal Collector, говорит. Да-да-да, все очень интересно, но мы пойдем дальше. R ничего не работает. Фантастический эмбиент. Можно как Наруто бегать. С максимальной скоростью. Только, по-моему, скорость не меняется. Со статуей про взаимодействует, но, видимо, нет. Это вайбы ведьмака, что ли, не знаю. А реально тут дикие птицы, ты посмотри. Знаменитые дичайшие птицы, что творится. Они причем ганнибальные, не ганнибальные, а кровожадные, хищные птицы. Кому-то помочь надо. Получится ли мне помочь? Я не могу, я обратно не могу. Наверное, потом мы как-то пойдем. Есть ли карта? Карты я пока не вижу ни на М, ни на Т. Движется, я же его только что встречал вроде бы. Темный дагер нам дали, максимально темное оружие. Middle mouse button. Ага, свапать надо нажимать. Кто-нибудь из кустов выпадет. Я так и знал. Ну я в детстве в Dark Souls играл, я поэтому знаю технологии. Думаю, нам хилку рано или поздно покажут, как использовать, лечить. Ага, и невидимый проход. Заградил нам. Что это там такое за существо? Я думал, можно по траве ходить, но, видимо, нет. И как его использовать? R. Но R, серьезно, так необычно? Ладно. Он был один. Ну что, как расходник получается. Я все хожу по краям в надежде найти какой-нибудь секретный лут, но, видимо, нет. Я отдохнул, я просто до конца не уверен. Да, посидел. Пошли дальше. А у нас еще тяжело, оказывается, была атака. Но только пух есть. У рук нету. Я понял, чего вайбы. Викингов каких-нибудь. Вот эти викингские напевы. Да. Или Последнее королевство. Вот оно что, где собака порылась. Вот этот, когда женщина запевала. Ой, прям. Струну души ласкает. Он, видимо, поет. Да.
Не так-то просто в эту игру играть, на самом деле. Какая-то животина сидит. Проработка мира просто ничего себе. Но саунд это просто, это, наверное, 700% от восприятия игры. А, это плохие, я думал, они меня чем-нибудь научат. Ох, ничего, тут прыжки есть. А, шалеть. Достаточно приятная боевая система, на самом деле. Я причем прыгать могу в них, там, представляете? Не дурно, не дурно. Пока что очень нравится. Не ожидал, что настолько хорошо будет. Мне пока не ясна возможность взаимодействия. Кстати, лучники слабее, на мой взгляд, чем вороны. Вот собаки-вороны позорные. С разбега атаки не нашел я что-то пока. Ну, ему атаки не сбиваю, понял. У меня хилка была все это время. А я не знал. Честно, вот в это надо играть, самому сидеть, погружаться. Когда ты смотришь под чей-то трендеж, это абсолютно не то. Этот эмбиент, господи, вот насколько здесь музыка подобрана. Это прям просто слов нету. То есть, ну это какой-то тузымун начался. У меня мурашки, я сижу, вот 3000 лет такого не было. Какая-то крепость стены началась. Колдун, что ли, получается? Очень не до конца понятно, куда идти. Не совсем понимаю, происходит ли что-то. Ой, я, видимо, не нажал прыжок, вроде жал. А, это ни хрена себе. Еще такая же, да, проверил. У прыжков фрейма неуязвимости есть. Блин, там же футбол сегодня шел. Португалия с Чехией, я что-то забыл про него, он уже закончился, твою за ногу. Ладно. Ой, как я вовремя полечиться решил. Максимально неэффективно. Ну, бывает так. Потратить стал. Больше нет. Я, по правде сказать, не совсем понимаю, куда идти. То есть, может, я какой-то баг поймал, я не знаю. Может, я что-то туплю, либо какая-то ошибка произошла. Но объективно, я не знаю, что тут делать.
А, наверх еще можно пройти. Сильно раньше прыгать, иначе падаешь. Пропасть. Желательно в нее не попасть. Я нажимал. Я, короче, череда фиасок произошла. Пустил молодого лучника со всей силы. Скорее всего, тут босс, да? Нет? Странно. Здесь сутулые птицы. Птица-убийца. Она не может прыгнуть, кстати, на верхний айграунд. Немножко непривычно, я ориентируюсь на направление персонажа. А здесь, короче, направление атаки задается, получается, непосредственно мышкой. Упал, что ли? Или... Что за кек? Типа упал, что ли? Или что? Не понял. Но выглядит опасным это все. Дерево будет драться? Вроде нет. Какое-то невероятное подземное царство мы тут с вами нашли. Что это за синие штучки летают, непонятно. Удачи, говорит, наверное, босс. Откуда он знает, что тут сложности будут? Он явно что-то прохаван, прошарен. Победил, опустил легчайше. Не совсем понимаю, куда мне? Вроде как-то я везде могу ходить. Беги, говорит. Я бы знал еще, куда бежать. Наверное, не туда побежал, да? Ну да, сюда нельзя. Ну, кто же знал-то? Ну, вы, наверное, знали, но не сказали мне. Наверх, возможно. Не, я могу их раскидать. Они, в принципе, не сложные, жесткие. Но раз сказали бежать, значит, надо бежать. А, так они отстают. Застрял в геодате. Что-то какая-то слишком запутанная территория. А новый спел дали. Чтобы еще понять, как это пользоваться, это уже злые птицы. Ну, окей, может быть. По-моему, я тут был, нет? Сейчас бы понять, куда идти, потому что пока, наверное, туда. Хотя нет, это место не выглядит как то, куда мне надо идти. А, ну вот сюда. Хотя тут, наверное, тоже тупик. Не совсем понятно мне, куда идти. Вот какие-то сложности я испытываю. Я понял, это заряд маны, скорее всего. Опять же, как пользоваться магией, я пока не пойму. А, на Кью. Тоже знал там. А, так это типа Кью. Господи.
Типа какая-то арена. Очень неоднозначный энкаунтер. Ну, не совсем понимаю, что тут надо делать. Взаимодействовать вроде бы не удается. Как бы я ни питался. Так, ну где мы еще не были? Отсюда мы вроде пришли. Тут типа открытый мир, что ли? Или точнее сказать, полуоткрытый. Типа мне что-то показывается таким образом, такой перспективой, таким способом. Да, по всей видимости, хилки тут расходник. Необычно. Такая эта штука дамажит? Нет, а выглядит красным, опасным, думал, дамажить будет. Ну, к счастью, нет. Слушайте, давайте на этом замечательном моменте мы, возможно, может быть, заканчивать будем. Чтобы я мог записать что-нибудь еще. Страшные тиранозавры. У них даже... А, нет, есть такая... А, очень быстрый живот. Я думал, убил, не убил. Очень быстрая животина. Может, и только демка, а уже такое разнообразие противников. Я немножко в восторге. Я такое очень одобряю. Наверное, не столько Souls-лайк, сколько какие-то пространственные пазлы, возможно. Мне вот так кажется, если честно. Могу, конечно, ошибаться. Блин, деревья так расступаются. Ну, тупо в мультик какую-то сказку, новель, визуально играю. Тупо балдеж. Давайте на этом закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте хорошие игры. Всем добра и удачи. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра!